Максимум двое. И всем говорит добрый вечер, мы стримим стрим, ну. Анил, вот здесь вот. Серега, а ты что, Килу тоже не видел, что ли? Я что-то не пойму. Я не Килу, я видел этот, как у пулемет, который фиолетовый. Вы гоните. Ну так там и Кила рядом лежал уже, блядь. Не фиолетовый, на улице лежал. Который Кила, где он завалил этого придурка? Ну, со стали патронами, которые с барабанами. Нет, это не Кила, это как этот пулемет, это как его, Гэбли, как там. Это Кила. Да не Кила это была, блин. Да Кила с яйцами заебал. Иди обратно. Максим, не обратно, это была не Кила. Это был фиолетовый пулемет. Это Кила была. Это был фиолетовый пулемет с яйцами, который. С длинным стволом. Макс. Сейчас он тебя заряжает. Ебаться в телевизор. Как это вот нахуй, я не понимаю, блядь. Подними меня, Макс. Я езжу. Отметь магазин, я все увидел. Меня бы 4 раза уже убили за это. Да. А это что, в него стреляет, он зашел в дом, перезаряжается рядом с ним, блядь. Это знаешь, как называется? Это синий щит называется. Да, здесь. БПЛА хуйми. Опять ты этого. Я понял. Что-то я не уверен, что он около меня. Около тебя я видел, стрельба происходила. Рядом с Максом тачка проехала справа. Была, знаю. Это пиздец. Но я его не вижу. Блять, не долетел. Ты дурной, Макс? У, сука! Вспоминаю, да, Серег? Ситуацию в порту. По мне стреляют. Серег, надо в Максу. Меня убили с этого. И все будет. Дома наверху, напротив. С этого? Да, где-то помечал, он там, наверху. Ну, понимаешь, я не слышу, потому что... Мы ржем, потому что... потому что вот эти вот три коня ржут тут. Пацаны, зона. Комплект возьми, зона. Ты что, комплект ты же не взял, полупохер, блядь. Эй, блядь. Я хуею с этих дров, блядь. Молчишь-то, блядь. Меня убили в ГУЛАГе. Вы, блин! Я в ахуе вообще просто. Макс, я тебе еще раз говорю, здесь люди над тобой. Поверь, ему очень быстро. Люди, нахуй он его комплекта бегает, блядь. Пушки с полу подбирает, блядь. Блядь. Ебануться, блядь. О, блядь, я хуёв стал. Всякое. Кто хоть там стрим включил, блядь? Позицию. Советую включить стрим, посмотри. О, блядь, ебать. Блин, мне ж плохо стало. Блядь! На жопе грыжу, блядь. Ой, блядь. Вот пиздюля, соседи слышат, нахуй. Как ты играешь, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. До слез, блядь. Ой, блядь. Все киберпанк стримят, а мы стримим, как в колду играть по пьяни. Я тебе говорю, Серёг, это стопроцентная хуйня. Чуть-чуть вложиться и все, блядь. Ютуб наш, блядь, вообще весь нахуй. Возродите, по-братски. По-братски возродите. А, вон, рядом этот какой магаз. Еще раз альтани, у него поблизости будет. Макс, слева у тебя магаз. Макс, слева, да. Там уже беги на шифтену.
Не, не вариант, не вариант. Слышишь, да не надо хоть, в зону. Да куда хоть тебе? 250 справа. Игорь, машину бери. Хорошую. Я тоже не успею до нее, блядь, ты че? Бля, у меня аж башка заболела. Через шифт, через С бегите. Это кто? Это где, блядь, еще спроси. Где шифт и где С, бля? Ой, блях, муха. Но мы так не ржали, нахуй. Не, ну один раз мы поржали, конечно, когда Серега от пластерки сбегал. Ой-ой-ой-ой. Там наверху, блядь, Майбах едет. Давай гранату кину. А Максим... Они уже уебнули, мама. Максим с пулемета туда. Тра-та-та-та-та-та-та по Сереге, блядь. Давай, поднимай быстрее. Я лечу на форсаж, блядь. Давай. Магазин, блядь. Чувак справа. Похуй, отходи от магазина. Да зачем ты в газ идешь, блин? Чудо ты. Нормально, свалю, свалю, у меня противогаз есть. Ну, конечно, блядь. Все в Сибзе получил, да? О, блядь, башка болит, блядь. Окно открой, подыши, ну. А там кто он? Я думал, кто-то бессмертный у нас там. Блядь, ну это пизда, Рикина. Есть, 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 чуваки. Да. Трое, давай, там трое, у меня пистолет. Блять. Да ты вон АФКшного, блять, который стоял на. Блять. Фонарик на. Армянина за Карабах долбанул. Того положил. Двое у меня. С другой стороны кроют еще, по-моему. Нас еще с другой стороны, меня еще да. Дома кроют. Ну, естественно, в открытую, блять. Вон. Оу. Макс, чуть-чуть ниже. Ну, ты надо. Чё, блядь, кривой, блядь? Вот здесь без брони. Внимание, вижу машину. Подняли, меня еще с дома кроют вот оттуда. Вот. Да кинь туда гранату, а чтобы... А еще с холма всех добить, сзади блядь. Вас. Короче, с трех сторон, Макс, тебя окружили. Макс, под ноги да гранату. Да его, по-моему, вообще никто не видит, кроме как с близнецов. На. Его даже... Макс, штурмовку возьми в руки. Она у меня в руках. Это не штурмовка, но. Меня хохлы опрокинули. Не хохлы, это шведы, но. А, шведы? Русь, вытаскивай. Тебя Вольва кинула, на. О, блядь, сейчас подождите, сейчас к вам присоединюсь, блядь. О, блядь, ебахся телевизор, нахуй. Но это, блядь, весело было, нахуй. Режим захвата, блядь, далее, на. Русь, чтоб ты... А, выйти... Вместе с командой надо было сделать. Просто. А я и нажал выйти вместе с командой. Так у меня загрузка идет почему-то. И у меня загрузка идет. Мне тоже. Во всем виноват Макс. Выход в главное меню сделайте, да, там? Сделайте, да. О, бля. Блядь, да усачки нахуй, ты же здесь, блядь. Бля, у меня башка болит теперь, пиздец, вообще невозможно. Посиди тогда. Я пресс прокачал, бля. Такая же херня, я аж сполз, блядь, тут со стула, на. Тржачим. Правда, еще пиздюлей получил, блядь. Ты бы скилл свой прокачал, нахуй, вместо пресса, блядь. Серёг, он качается, чуть-чуть. Давай, я вижу, нахуй, в упор пулемет, сука, не видит, блядь. Пулемет там видел, ты видел, как вот это говно ружье? Ты, блядь, патроны снайперские тыкал, блядь, сидел.